Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Извиняюсь, попугаеводы и канароводники. Ой, не так. Друзья, всем привет! Кто увлекается канарейками, попугайчиками, сегодня посмотрим с вами. Видеообзорчик будет посвящен волнистым попугаям. Я им накануне, ну, наверное, уже месяца полтора назад поставил домики, покормил, попоил, думал, сейчас они начнут нести яйца, но до сегодняшнего момента ни одного яйца не снесло. Итак, я сейчас вам покажу обстановку, что происходит, как происходит, почему не несутся, я не знаю, но факт остается фактом. Итак, смотрим, делаем выводы, анализируем, пишем советы и прочее. Друзья, великолепная пятерка и вратарь. Значит, дела обстоят следующим образом. Вот эти птицы, вот их тут 6 даже, 3 самца и 3 самки. Вон, видите, целуются, ухаживают друг за другом, кушают хорошо, аппетит хороший. Но, вот эти вот гнездовые домики посещать птица категорически отказывается. Бывает, проявляют интерес, что кто-то вот залезет в этот крайний домик, вот в тот крайний домик, крышу сдвинули, видите, но яиц до сих пор нету. Чем это вызвано, я, честно сказать, понятия не имею. Может, рано еще, не знаю, но восковицы у всех уже синие, у самцов синие такие налитые, у самок коричневые, то есть... Цвет восковицы свидетельствует о том, что птица уже полозрелая, там гормональный фон, все хорошо, но почему-то не идут. Вот обратите внимание, сформировались пары. Вот на скворечнике, на домике парочка, потом вот внизу парочка, постоянно целуются, кормят друг друга. Ну, уже 2 месяца, по-моему, да, или 1,5 месяца. Пока яиц нет, ну, в общем, ждем. В плане кормежки, значит, вот там у меня в кормушке, вот в этой, вот на фоне розел, видите, какие там красивые. Там у меня есть мел, глина, уголь, соль даже там лежит кусочек. Потом даю пророщенку каждый день. Через день даю пророщенку. Сейчас давайте я вольерчик открою. Здесь вот ивушка. Вот видите, как они кушают листву. Прям все съедают. Но это я вот дал, наверное, ну сейчас перед съемкой дал, пока ходил, камеру протирал, вот они, пожалуйста, съели. К завтрашнему дню от этой ивы не останется даже следа. Ива с собственного огорода. Это подарок Сергея Владимировича, уважаемого человека. Он мне подарил саженцы, я их посадил, наверное, года 2. И вот теперь кормлю птиц своим собственными деревьями. Ива есть, липа есть, береза. Ива, липа, это вот тополя еще, кстати, есть красные. Это все для попугайчиков, можно кормить. Ну, помимо перечисленных деревьев, растений этих, да, также даю еще вишню, черешню, грушу, яблоко. В общем, сливы тоже хорошо едят, алычу хорошо едят, вот так. Вон они сидят, смеются надо мной. Давай, говорит, корми, а мы покушаем. В общем, друзья, коротенькое видео, потому как вот такая обстановочка, думаю, краткий обзор сделаю. Как только появятся яйца, как только начнется более серьезные процессы, обязательно сниму видео, обзор, все покажу, расскажу. До скорой встречи, до свиданечка. Всем удачи в этом интересном деле.